This is Odawara City. Now we are looking down Odawara City from top room of castle. ずるずるって言ったでしょ。 Thank you.
15, the push bicyclette number. 1, 2, 3, 4, 5, 6. First, not numbers. Please, again, try again. This number? Oh, yeah. Yeah. No, put in keys. Put in here. This is if. So. Yeah, like fashion show. Fashion show. で、上に切るのも出してあげて、うんうん、あ、OK 私やりましょう、はい、あ、いや、まだですか？ビデオ待ってますよ。Yeah, so nice. Oh, nice. Thank you, Ekaterina. No, much luck. Yeah. Elegant. So nice. But Sojima-san, maybe to take a picture of you is good also. Oh, so? Because you have a beautiful dress too. Ah, right? Yeah. Thank you. Okay. Mm-hmm. So. Yeah. Fashion show. Yeah, beautiful. Very beautiful. These flowers is very good. Beautiful. Yeah. Here is very special Japan style hotel. This kind of hotel we call in Japanese language ryokan. Ryokan. Now we are relaxed. Typical Japanese mood and atmosphere. Mm-hmm. Good. So maybe. Thank you. Yeah, still thank not, you. Still not working. Oh, still working? Yeah. Push. Bye. Kanpai. 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 Oishii. Kao ga makka dakara atashi amari toranai ta ne. という声もみんな入ってますよ。This is we called this not only this these plate 懐石 style. Many plate coming next yeah thank you. Pardon? Fish? Soup with special fish. Ah, fish? Mine is empty. No, it's okay. I can explain. Yeah. So it was a special soup. Yeah. This white fish, very specially cut, and it was also with special mushrooms. Yeah. Growing under pine tree. Pine tree. Only. And it has a smell of like smoked meat or something like smoked
some special roots or something. So, and it tastes very, it smells like smoked and tastes very mild. It's okay to you speak Russian language. Oh yes, I forgot already. Yeah. So, это вот sashimi set. Специальный дизайн, специальный позолоченная сетка, вот как для рыбы, да? И вот этот вот лед, который выглядит как кристаллы, как бриллианты, вот. И разные три вида рыбы, приправа, и вот это вот всего лишь морковка и огурец. Он так выглядит. Вот. Цветочек это вот как дизайн. Дизайн его не обязательно есть. Цветочек от огурца. Also, you can speak about a cup. Cup on dish, this is, it's a special design. Каждая посуда сделана для блюда, вернее, блюдо готовится и вид посуды, значит, выбирается в зависимости от сочетания и вкуса данного блюда. Например, вот этот вот специальный сет из разных даров моря сделан специально в виде квадрата. Он имеет цвет бордо, от черного к бордовому. И многие элементы в посуде используются вот специально. Например, вот здесь вот лежит вот здесь вот здесь, значит, кладут октопус, а здесь кладут специальный это маленькая посуда для печени устриц, специальной крупной формы устрицы. Вот, значит, вот эта тарелка, значит, блюдо было украшено вот таким вот растением, которое, как ни странно, напоминает кое-какое растение, называемое это произрастающее в Туве тоже. Вот. Так. И вот таким вот дизайном тоже вот такое растение. Я думаю, что в России у нас тоже есть такое вот растение, в Туве тоже есть. Вот внутри лежит фрукт. Вот сейчас как how it's called this fruit inside. Коливане сама онди. А, это только летом. Это только летом такое растение растет, мы знаем. А вот этот вот фрукт, не знаю, как называется, how it's called this fruit? It's a fruit or yes, a kind of a fruit. これはここの要するにデザインね。でもこの外側のこれはスパケージはウィゲテサマオンジオンジキホンジキホオズキホオズキ。Yeah, yeah, exactly. Yeah. You get the pronunciation. ホオズキ。This is, и это вот специальный уголь. Готовый в специальном соусе с небольшой зеленью сверху, а внизу вот рис. Вот для этого блюда выбрали вот такую простую форму вот дерева. Это простое дерево, и вот оно вот таким вот образом закрывается. Вот. То есть любое блюдо, когда оно готовится, оно, значит, подразумевает еще и форму, в которой посуды, в которой это блюдо будет подаваться. Вот. Данное блюдо подается вот в такой вот форме. Например, а сашими сет подается, вот видите, такой форме посуды, которая напоминает немножко внутреннюю часть ракушки. Вот. И специально украшена сеткой, чтобы как бы поддержать вот эти куски свежей рыбы. И, естественно, вот эти вот даже куски льда, они как бы дополняют полный рисунок вот данной картины, скажем, или данного блюда. Поэтому японцы не только потребляют пищу вот просто и, так сказать, наслаждаются вкусом блюда, они еще и наслаждаются
и чисто зрительной частью, то есть как это выглядит. I think that's all. So this is dish number 5. Yeah. This is dish number 6. Oh, no. And it is a roasted fish on a very beautiful plate which is made like wood. So but this is a ceramic, I think. Yeah, it's yeah, ceramic. With also lemon on it, which is also has a green color. So and I should maybe turn it a little bit. This red one is kind of ginger. Ah, so this is a ginger over this fish. So it's possible. Yeah. And the chef thinking about the color design. Yeah, it's red, red ginger and green. Yeah, it's very beautiful kind of lemons, made yeah. design for this roasted yeah. fish. Yeah. Mm. So we'll wait for next. And with radish. Yeah, you can eat together with roasted fish. Yeah, this is very good for roasted fish. This is rubbish. Just a fit. Yeah. Mm-hmm. So, эта рыба напоминает чем-то осетрину по вкусу, но она мельче, видимо, это какая-то речная рыба. Вкус очень мягкий. Очень много мелких косточек, но из-за того, что он рыба, значит, обжарена и специальным соусом полито, то вкус в сочетании вот с стертой редькой, вот эта редька стертая, в сочетании получается очень такое ощущение, что ли, вечерней грусти, когда день закончен, остается такая небольшая, как бы ты доволен днем, но остается маленькая горечь, которая вот исходит от редьки. Orange color が apricot, apricot, and これ beans, black beans. ね、違うから。今彼女に。Okay, this is apricot. And это вот абрикос, вот этот